стоят зрители, прогрессивные, революционеры, либертарианцы. Не особо много, что интересного есть показать. Редиска 45 или 50 рублей. Огурцы нормальные. Ну, они, видите, уже пупырышки не торчат. Но они не желтые, там душ нормальные. Ну, состояние на четверочку. Тоже, блин, сколько я же покупал-то. Я уже 2 раза покупал. Предыдущие были намного хуже. Тоже около 40 рублей. Если они продавливаются, мягкие, то все, уже барахло. Помидорки. Вот они, помидорки. Отличные. Да, это похоже на парниковые. Это не похоже на грунтовые. Но состояние у них отличное. Вот эти красные помидорки. Это вообще помидорка. Давно надо ее порезать. Это какие-то азербайджанские помидоры. Так, я отложу сразу. Так, сейчас. Помидоры не должны быть мягкие, иначе они. Блин, иначе они быстро протухнут. Вот такие вот еще желтые помидоры. Тоже около 40-50 рублей. Нормальные помидоры, но они, видите, немного мягкие. То есть их покупать и сразу надо использовать. Они не пролежат неделю. Может, даже не пролежат день. Покупать можно. Желтые, да, прикольный цвет. Желтые продают по 300 рублей. Продают помидоры. Обычные помидоры. Ничего особенного. Ну, типа, вроде вот таких же красных. Так. Ну и все, мне больше пока что ничего пока. А, были. Не успел я снять. Зозуля. Ну, знаете, такие длинные. То толстый спереди, тонкий сзади. Тоже они стоят, ну, в таком, в этих ларьках, около 50 рублей. Состояние среднее на троечку. Так, больше недели они не пролежат. Я их съел нормальные. У них не было. Ну ничего, так это состояние типа этих вот, типа такого огурца. Видите, да, не идеальное состояние, но такие же огурцы, кстати, в Перекрестке валяются часто. Ну, в крупных магазинах. Так, ну и все, все особо, больше я ничего не покупаю. Никакие сейчас апельсины, мандарины, они дороже. Ну вот, эти я тоже не покупал. Зимой. Ну вот они подешевели. Но они стали на уровне картошки. Даже дешевле картошки. А картошка не подешевела. Ну и все, что пока что я могу показать. Что мне нечего больше не показывать. А, яйца там бывают дешевые. 40, 50, 60 рублей. Хотя они были под 100. И в многих местах под 100. Сейчас стали почему-то. Почему-то 45, 50, 60. Это я, может, отдельно сниму. Яиц, ну, они, да, они безвкусные яйца. Ну, с ними все равно что-то можно делать. Сварить, пожарить. Так, ну, это все. Всем пока, до следующего стрима. Стрим был по игре, смотрите игру. И ролики тоже смотрите. Периодически я снимаю ролики, я... Ну, по сути, редко снимаю, потому что, ну, редко, что у меня что-то интересное может быть, что я буду такого интересного. Что-то вот есть, здесь вот интересная цена. Цена, я считаю, отличная, потому что... Потому что в Перекрестке вот такие помидорки 300 рублей стоят. Ну, 270-250, а я их купил вот эти за 50. 50 рублей помидор. Ну, килограмм, конечно. Вот. Все. Всем до свидания. Всем пока. Ну, каналы YouTube и Telegram еще. YouTube. Сейчас 2 канала. YouTube, Telegram. Я пытаюсь... Я не понимаю, как
сделать. В Телеграм я выложил, да, загрузил. Я могу, конечно, загрузить. А как там ссылку надо создать? Так на YouTube выкладываешь, и ты ссылка. А там нету ссылки в Телеграме. Ну, ссылку я прикладываю, ссылку на Телеграм, на канал. А ссылку отдельно на видео не сделать, я не знаю. Там можно поделиться и вот. Пока я не знаю, как вот именно, чтобы одно видео и на него ссылку пихать. Не делиться, а именно, чтобы у него была какая-то ссылка. Ну, так можно заходить в этот телеграм-канал. Ссылку я уже делал. Такое. Так что всем до свидания, пока. Дальше будем дела делать революционные, ну и всякие хорошие.